Всем привет! Сегодняшнее мое видео посвящено моей долгожданной покупке, а именно iPhone 11 Pro Max. Это очень долгожданная моя покупка, очень желанная. И я решила сразу подойти к этой вещи, как бы к этому телефону, очень основательно, чтобы его сразу не убить, чтобы продлить время его действия как можно дольше, чтобы не вышел он из строя преждевременно. Значит, пролистала я очень много всякой информации в интернете и пролистала, прочитала, просмотрела, прослушала. И больше всего меня интересовал вопрос, как правильно заряжать эти телефоны, потому что это телефоны нового поколения, там стоит совсем другая батарея, которую уже не надо делать вот эту вот зарядку, первые зарядки там на 10, на 12 часов, потом снимаешь, потом обратно разряжаешь и обратно ставишь на 12 часов. В общем, этого всего уже нет. Но как правильно заряжать первый раз, этой информации очень мало. Очень мало. В основном нам написано и сказано, и показано, как заряжать впоследствии, в следующие уже зарядки. Рассказывается о том, что батарею надо держать в основном от 20% до 80%, стараясь не вылезать за пределы вот этих показателей. То есть не разряжать до конца и не поднимать зарядку выше 80%. Тогда он будет служить намного дольше, сама батарея. А как правильно первый раз заряжать? В принципе, информации я нашла очень мало, где-то 2-3 источника, или 3-4, притом они абсолютно разные. Поэтому я буду делать, исходя из интуиции, из, не знаю, логики. В принципе, я решила, что первый раз я все-таки буду разряжать его почти до нуля, может там 3% оставлю, и потом первый раз буду заряжать до 100%, и уже потом по мере того, как будет разряжаться телефон, минимум, до которого я буду опускать, это 20%, и потом поднимать до 80%. Ну вот так вот, потому что информация подается обтекаемо. Эту тему вот именно первой зарядки я нигде толком не нашла. Вернее, я ее нашла, но она разная. Разная. Какой сделать из этого вывод? То есть однозначного ответа я не нашла. Вот сколько людей написало, столько и мнений. Но это вот такая вот вещь, которую я хотела рассказать. Ну, посмотрим, что из этого получится, не знаю. Ну, в общем, телефоном я, конечно, довольна. Естественно, он золотистого цвета. Вот такой вот красавчик. По сравнению с моим Самсунгом, на который я сейчас снимаю, это небо и земля. Моему Самсунгу уже 6 лет. Минуло, по-моему, в мае. Он можешь спокойно идти по городу, снимать видеоблог, а оказывается, что он не записывает, что там произошла какая-то там техническая ошибка, и он решил не записывать. Это не единожды это было, даже вот сегодня при попытке записать это видео было, наверное, дублей 8. И оказалось, что записи практически нету. Ошибка, 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 перезагрузите камеру и все остальное. Поэтому, конечно же, мне нужен был телефон, это первое, новый, именно по мобильной, для мобильной связи. И второе, мне нужна была хорошая камера. Я думаю, что я все-таки не прогадала, купив объединив два этих желания в одну вещь, в одной вещи. Ну, посмотрим, время покажет. Сейчас я буду заниматься своей загрузкой телефона. Буду его активировать и все остальное. Но он красавчик. Он красавчик, девочки. Не знаю. Желаю ему долгой и счастливой жизни со мной. Все, всем пока. Всем пока-пока. Счастливенько.